Знакомьтесь, это возможность для молочных хозяйств сэкономить время и повысить рентабельность. Но каким образом? При раннем обнаружении нестельных коров и предпринятии нужных действий. В среднем содержание нестельной коровы обходится в 5 евро в день. Сократив сервис-период, хозяйство может сэкономить около 5 евро в день с каждой такой коровы. Представьте себе, сколько сэкономит хозяйство, имеющее 100 коров. Итак, как сократить сервис-период? Проще всего воспользоваться тестом от IDEX для определения стельности по молоку, чтобы выявить гликопротеины, ассоциированные со стельностью PHG. Тест позволяет обнаружить нестельных и стельных коров при лабораторном исследовании нескольких капель молока. Почему это так просто? Это просто потому, что лаборатория может выполнить тест в ходе рутинного контроля качества молока в любой момент стельности. Это означает меньше работы для хозяйства, отсутствие стресса для животных. Что происходит с результатами теста? Лаборатория отправляет результаты теста о том, какие коровы являются стельными, а какие нет, хозяйству. Поэтому хозяйство может предпринять действие сразу, через 28 дней после осеменения. Например, повторив осеменение нестельных коров. Существуют ли другие преимущества? Анализ молока также позволяет выявить потерю плода на ранних сроках стельности. Хозяйства могут повторно осеменять коров, не доходя до поздних сроков лактации, сокращая количество выбракованных животных и снижая расходы на их замену. Кроме того, предотвращается постановка нестельных коров на сухостойный период, а также забой стельных коров. Тест повышает эффективность рутинной проверки молока. Надежен ли тест? Этот проверенный лабораторный метод позволяет получить столь же точные результаты, что и пальпация, и УЗИ на более позднем сроке исследования. Этот тест для определения стельности по молоку проводился уже 18 миллионов раз. Его результатам доверяют десятки тысяч молочных хозяйств по всему миру. Хотите узнать больше о преимуществах определения стельности по молоку? Для получения дополнительной информации обратитесь к представителю IDEX или ветеринарную лабораторию.